Я записываю это видео, чтобы поделиться своей идеей по лечению по коррекции плоскостопия. У меня с детства имеется плосковалюсная деформация стопы. Это когда свод стопы опущен и стопа завалена вовнутрь. Я считаю это довольно противным, неприятным заболеванием, которое имеет кучу негативных последствий. Это могут быть и проблемы с коленками, кривыми ногами, и проблемы с тазом, проблемы с позвоночником, все что угодно из этого вытекает, и все, надо с этим что-то делать. К сожалению, это довольно распространенное заболевание, оно, наверное, у каждого второго, либо у каждого третьего моего знакомого встречается. И я считаю, что даже во взрослом возрасте стоит предпринимать определенные действия, которые были бы направлены на то, чтобы, ну, снизить негативное воздействие данного заболевания на организм. И какая вот идея мне пришла? Я у себя дома постелила специальные ортопедические коврики. Постелила их именно в тех местах, где я хожу чаще всего. То есть, чтобы у меня не было возможности откосячить от здорового образа жизни, так сказать. Ортопедические коврики представляют собой такой текстиль с приклеенными, приклепанными на них пластиковыми камушками. Имитация природной поверхности. Также я использовала составные пластиковые ортопедические коврики. Тут они бывают как пазлы с очень разными поверхностями. И, в общем, во всей своей квартире я разложила такие вот коврики. Очень разные. Я даже самостоятельно делала эти коврики из каменной крошки. Есть у меня несколько вариантов. Она продается в магазинах, ее легко найти, загуглить, стоит недорого. И, в общем, если использовать этот прием, то можно каким-то образом, ну, заставить свою стопу побольше включаться при ходьбе. Ходить по ним надо, естественно, босиком. Да, в общем, такая вот мне пришла в голову идея. Надеюсь, кому-то это покажется интересным.